Жизнерадостный десант апельсинового цвета на борьбу со снежной стихией. В автопарке муниципального предприятия пополнение. Этот КАМАЗ заменяет сразу несколько машин. В зависимости от навесного оборудования он может мыть бордюры, толкать снег, чистить дорогу щеткой и разбрасывать реагент. Разбрасывает песок солью или реагент он с помощью вот этого оборудования. И чем выгодно эта машина отличается от других, можно заранее задать параметры. Какой объем реагента рассыпать, с какой скоростью и на какой радиус. Причем в зависимости от скорости машины разбрасывание реагента замедляется или ускоряется. Это позволяет экономить материал и равномерно распределять реагент по дороге. Это канадская технология, которая зарекомендовала себя на родине. А вот приживется ли она в Самаре, предстоит выяснить. 5 единиц техники, которые у нас пришли по договору тест-драйва. И 6-я единица – это от другого производителя. То есть без копейки денег? Да, на сегодняшний день так. Эти машины должны зарекомендовать себя в работе, после чего мы будем выстраивать за счет предприятия непосредственно те или иные степени расчетов после конкурсных процедур, если они докажут свою эффективность. Кроме новых машин, пришедших на испытания в МП «Благоустройство», еще 53 снегоочистителя, которые работают на благо города не первый год. Несмотря на то, что техники не хватает, автопарк предприятия укомплектован только наполовину от норматива, со своими задачами она справляется. Если мы сумеем довести до 100% обеспеченности, то очистка города будет проходить более качественно и более быстро. Мы к этому стремимся, но, конечно, все будет зависеть от экономики, от бережливого отношения к тем бюджетным ресурсам, которыми владеют муниципальные предприятия. 3 месяца назад в МП «Благоустройство» назначен новый директор Алексей Власов. И уже видны изменения, отмечает Олег Фурсов. Снизилась закредитованность организации, найдены новые источники финансирования. За счет них уже в пятницу начнется массовый вывоз снега из города. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.